25 мая – волнительный и долгожданный день для выпускников. Сегодня в школах области прозвенел последний звонок. К радости учеников и учителей этой весной торжественные линейки, несмотря на действующие ограничения, проходят в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных требований. В этом году со школой попрощаются около 6 тысяч 11-классников. На торжественных мероприятиях побывала и моя коллега. В школе-гимназии номер 42 в общей сложности обучается 2300 детей. Сегодня последний звонок прозвенел для 83 выпускников, 8 из которых претендуют на знак отличия «Алтынбельга». Среди претендентов на «Алтынбельга» и Дильнас Нурланқызы. Через 3 дня ее ждет самый ответственный экзамен – единое национальное тестирование. Я собираюсь сдавать ЕНТ 28 мая и собираюсь получить высокие баллы. Я сдаю по физике и математике. Вообще я собираюсь поступать в сферу информационных технологий и информационной безопасности и стать специалистом в сфере IT. Последний звонок – традиционный праздник, и вместе с тем очень волнительный для выпускников. 25 мая подводит итог, ставит точку в многолетнем учебном марафоне. Этот праздник всегда остается для школьников, учителей и родителей одним из самых важных, отметил первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев. Поздравляю выпускников. Уверен, что для каждого ученика школа стала вторым домом, где он обрел настоящих друзей, а благодаря учителям получил багаж знаний, который поможет реализовать все намеченные планы. Желаю всем удачи на ЕНТ, оптимизма и уверенности в своих силах. С праздником! Также Мухтар Манкеев поздравил педагогов и выпускников 16-й школы. Он пожелал ребятам достойно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы. Здесь последний звонок прозвенел для 24 выпускников. Традиционные ленточки, воздушные шары, песни о школе и детстве. Линейка получилась душевной и яркой. В 11 классе обучается 24 выпускника. Из них 4 претендента на Алтынбельге и один ученик, который претендует на аттестат особого образца. Хочу сказать, что это действительно золотой выпуск. В этом классе учатся креативные, творческие личности, которые, я, наверное, думаю, будут не просто хорошим выпуском, а будут настоящими гражданами Республики Казахстан. В нашей школе обучается 1037 учащихся. Это ученики с 1 по 11 класс, 42 класса комплекта. Праздник последнего звонка навсегда останется для учеников светлым и радостным воспоминанием о годах, проведенных в родной школе и с любимыми учителями. Торжественное мероприятие сегодня состоялось и в 19-й школе. Здесь во взрослую жизнь проводили 64 11-классника. Кроме того, этот год для учебного заведения юбилейной школе исполнилось 50 лет. Был мереке. В нашей школе обучаются почти 1500 детей. Из 64 выпускников 5 претендуют на знак Алтынбельга, 1 на аттестат особого образца. Поздравляю наших 11-классников, родителей, своих коллег с этим праздником. В этом году в Западно-Казахстанской области школу заканчивают около 6 тысяч выпускников. 460 11-классников претендуют на знак отличия Алтынбельга. Альбина Кумаргалиева, Айбек Тимингалиев, Алтынбек Абделов, телеканал Ак-Жайык.